образовательному процессу детей в наше время нужно подходить очень ответственно и заблаговременно. Система образования очень изменилась. И чтобы в школе малыши хорошо все усваивали и легко учились, нужно готовиться. Школа для малышей Елены Тереховой. Это образовательное учреждение поможет вашему ребенку гармонично развиваться и обучаться. Ведь Елена Терехова педагог со стажем и сама разработала не одну методику для малышей. Главными направлениями работы школы для малышей являются здоровье, обучение, интеллектуальное развитие, игра, креативность, инновация и, конечно, интеграция. Заинтересовались? Тогда предлагаю посмотреть нашу рубрику «Вундеркинд». Школа для малышей Елены Тереховой свои двери для детей открыла почти год назад. Сегодня здесь работает несколько групп, от самых маленьких до предшкольников. Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы ребенок гармонично развивался и качественно обучался. 1 + 1 + 1. Сколько здесь косточек? 3. Замечательно. Смотри. А 2 + 1 + 1. Сколько? 4. Обучение ментальной арифметики сегодня просто на пике популярности. Оно и понятно. Эта методика действительно доказала свою эффективность. Дети довольно быстро усваивают арифметику, учатся решать сложные примеры в уме, развивают фотографическую память. 2 раза в неделю ребята, которые посещают школу для малышей Елены Тереховой, занимаются ментальным счетом и усваивают методику с первого раза. Эта методика очень развивает мышление, логику. Также мелкую моторику рук развивает, что немаловажно для деток, которые приходят к нам в садик. Сначала мы считаем до 5, допустим. 1 + 1 + 1, допустим. Ответ будет 3. Дети, получается, здесь так же, как, допустим, на палочек, здесь они на косточек, получается, считаются. По истечении какого-то времени детки уже заучивают эти счеты. Счеты мы их убираем, они воображают. Выражают эти счеты и начинают считать. Здесь, получается, у детей работает 2 полушария. Это входит в комплекс образовательного процесса. Здесь ничто не надо. Здесь мы сами предоставляем и учебный материал, данные, счеты. Все это бесплатно. Подготовка к школе – это еще один немаловажный процесс, которому в этом детском саду уделяют особое внимание. Регулярно здесь проводятся занятия, которые способствуют развитию речи и правильному мышлению детей. Есть у нас в ротике препятствия? Зубки встают к нам на пути? Нет. Нет, язычок встает на пути? Мы поем буковку? У, звук У поем? У, поем? Да, значит, она в каком доме будет жить? Молодец, в красном. Все занятия в школе для малышей Елены Тереховой проходят в виде игры. Ведь именно игровая деятельность в дошкольном возрасте является проводником к знаниям. Мы делаем упор на то, чтобы дети говорили. Говорили много, говорили складно. Для этого, естественно, детям в таком возрасте необходим наглядный материал. Необходим пример. Ну, очень помогают в этом, конечно, картинки, демонстрационный какой-либо материал, где дети описывают какие-либо предметы, события. Ну, и также, как я уже говорила, стараемся делать с ними театральные постановки небольшие. При этом в своей деятельности педагоги детского сада ориентируются на новые образовательные стандарты, которые включают в себя иные подходы в обучении и оценивании знаний детей. Мы постепенно детей к этому тоже готовим, так как суммативное оценивание, оно не предусматривает оценок как таковых. А дети уже, они хотят получить какую-то обратную связь от учителя, похвалу, а в виде оценки сейчас это невозможно. Поэтому мы стараемся применять такие моменты, как, допустим, сегодня на занятии этот лепесток. То есть мы в начале урока поставили себе цель получить 5 лепестков за каждое задание, и к концу урока как раз мы 5 их и получили. Вот это результат будет и для ребенка, что со всеми 5 заданиями он справился, и для родителя, когда он придет в сад и увидит этот цветочек, они уже, в общем-то, понимают и поймут, что их ребенок сегодня справился. В этом году уже у нас есть такие дети, которые пойдут в 1 класс. Мы очень глубоко учитываем новую систему образования и, естественно, стараемся сделать так, чтобы ребенку было в 1 классе уже свободно и легко. То есть мы
не останавливаемся на базовой подготовке к КПП. Мы стараемся немножко углубиться, чуть больше дать знаний ребенку, чтобы ему в первом классе было легко и свободно, в то же время интересно. Школа для малышей Елены Тереховой работает в рамках государственно-частного партнерства. И попасть сюда можно по распределению отдела образования. Предусмотрены и частные группы. В детский сад принимаются дети от 2 до 6 лет. Также предусмотрена продленка для школьников и даже ночное пребывание детей. Найти детский сад можно по адресу Каирбекова, 339. А получить консультацию можно по телефону 8 3 7 443 6192.